Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом видео я хочу рассказать, как ухаживать за денежным деревом в период зимнего покоя. А период зимнего покоя у толстянки с ноября по февраль. Комнатное растение под названием красула знают немногие. А вот как выглядит толстянка, денежное дерево, об этом наверняка знают все. Историческая родина толстянки – это Африка. Зимой толстянка предпочитает отдыхать. С конца февраля, вернее, с конца ноября до февраля ей необходимо обеспечить температуру содержания в пределах 14-16 градусов. Нужно убрать подальше от отопительных приборов. Можно поставить у балконной двери. Если холодный подоконник, то все нормально, может стоять и на нем. Поливать нужно раз в месяц, не подкармливать. Если есть отапливаемая лоджия, то это очень даже хорошо для толстянки. Толстянка – это суккулентное растение, а суккуленты не нуждаются в большом количестве и наличии в почве лишней влаги. Их корневая система склонна к загниванию. Сразу же начнут опадать листья, и пышная крона может превратиться в лысый стволик. В зимнее время, если толстянка находится в прохладном помещении, сигналом к тому, что нужно поливать растения, служат листья. Они становятся мягкими. Воду для полива следует использовать отстоянную или взять талую снеговую комнатной температуры или на пару градусов выше. Молодые экземпляры поливают чаще, а вот взрослые растения можно спокойно оставить и уехать отдыхать. Толстые сочные листья толстянки задерживают влагу, и растение может месяц ждать вашего приезда. Спасибо за внимание!